Ребят, всем привет! Сегодня речь пойдет о том, как записать Windows, неважно какую, XP, 7 или 8.1 на флешку. Для этого, что нам потребуется? Флешка, не меньше 4 гигабайт, и программа для записи DVD-дисков и флешек, которая распознает файлы ISO. В данном случае у нас все операционные системы в формате ISO. Я уже вставил в компьютер флешечку, вот она полненькая, она уже выделена красным цветом. Для начала нужно ее форматировать. Можем форматировать как из-под Windows, вот здесь есть такая вкладка «Форматировать». Нажимаем «Форматировать», выбираем по умолчанию, что стоит. У меня в данном случае NTFS. И нажимаем «Начать». Галочка должна стоять на «Быстрое». Если ставите, если снимаете галочку, то будет дольше, минут 40 она у меня чистилась. Но она полностью очищается от всех файлов. Так как быстрая очистка, это что означает? Вы можете, она пустая, но можете программными методами восстановить последние залитые сюда файлы. Отсюда я ее не буду форматировать. Давайте же откроем программу Ultra ISO. В данном случае она у меня портативная, то есть ее не нужно устанавливать. Вот я открыл. Открылась программка. Что мы делаем? Нам надо скачать с официального сайта образ в формате ISO и сохранить у себя на компьютере. После того, как сохранили, открываем вот эту вот программу. Нажимаем на вкладку «Файл», и мы видим здесь «Открыть». Нажимаем «Открыть». В данном случае у меня он хранится на диске E, этот файл. Я уже заранее скачал. У меня здесь много образов. И 8, и 7, и XP. Я открываю, к примеру, образ Windows 8.1. самую новенькую на сегодняшний день операционную систему со всеми обновлениями. Открываем любую 64-битную или 86-битную. Допустим, откроем 64-битную. Выделяем, нажимаем «Открыть» или же два раза нажимаем на саму Windows. Она распаковывается в программе, так как ISO файл — это запакованный файл. Здесь в этом ISO файле множество файликов, которые отвечают за установку. Так, первое действие выполнили. Теперь выбираем вкладочку «Самозагрузка», и здесь есть вкладочка «Записать образ жесткого диска». Так как у нас ISO формат — это образ Windows, нажимаем «Записать». Выскакивает такая менюшка. Здесь все остается по умолчанию. Здесь у нас стоит флешка, в которую мы вставили, она распознается автоматически. Здесь у нас файл образа операционной системы. Метод записи оставляем как есть. Так, и форматировать мы можем уже отсюда, из-под программы вот этой вот. Так как я там не форматировал, но можно и оттуда. Нажимаем «Форматировать». Видите, влазит вот тоже точно такая же менюшка. И нажимаем «Начать». Оно нас предупреждает, что, внимание, форматирование уничтожит все данные на этом диске, то есть на флешке. Нажмите кнопку «ОК» для запуска форматирования. Можем нажать как «Отмена», так и «ОК». В общем-то, мы можем форматировать сразу, а можем
не форматировать, а просто записать, и вся информация в любом случае сотрется. Она предупреждает, внимание, вся информация на диске будет стерта. Вы точно уверены, что хотите продолжить? Нажимаем «Да». Она автоматом форматирует эту флешечку и подготавливает ее к записи. Ждете немного, секунд 10-20, пока она подготовит файлики, и пойдет успешная запись Windows 8.1. На каждых операционных системах она по-разному записывается по времени. Было так, что у меня и за 40 минут записывалось, и за 10 минут. В данном случае, сейчас мы посмотрим, сколько по времени она у меня будет записываться. Все, пошла запись. Скорость, вот мы видим, 10,5 мегабит в секунду. По времени она у меня запишется за 5 минут. Даже вот за 5 минут. В данном случае у вас она будет по-разному, за 5 и за 10, в зависимости от какой Windows, на какой Windows вы сидите, у вас компьютер, и какая разрядность. В данном случае у меня 64-разрядная Windows 8.1. Скорость записи намного возрастает. Как видим, запись у нас приближается к финишу. Все, после того, как мы увидели надпись «Запись завершена», закрываем вот это вот это окошечко, или крестиками, или назад нажимаем и закрываем саму программу. Теперь открываем мой компьютер и видим нашу флешечку. Вот. Емкость у нас 367, то есть 4 гигабайта. Свободно из них 421, занято 3,5 гигабайта. Вот, 401 свободно из 367. В таком формате она записалась. Открываем, вот они, все наши файлики. Вот этот файлик отвечает за запуск всех вот этих файлов при установке Windows из-под BIOS. Все, всем пока. Успешной установки.